Морячок, ты разобрался со своими уебанами по поводу там. Значит, смотри, если сейчас они не находят, хочешь с них бабки сбивай, хоть за свой счет сейчас едь покупай, блядь, потом с них собьешь. Короче, нужно вернуть дрель. Я сказал этим терпилам, говорю, давайте я подъеду вам денег отдам. Они говорят, нет, там этот менты говорят, надо сфотографировать, что вернули вещи. Дрель и набор инструментов. Там вот такой чемоданчик открываешь, там накидные, рожковые, там, ну, такой, как типа. Ты понял о чем, да? Марчук. Сейчас это надо сделать. Сейчас до вечера. И тогда человек закроет дело, и к вам не будет претензий. Этим уебанцам куда-то пускают пожить, нахуй, блядь. Да не мародерствовать, блядь. А то, сука, вместо армии поедут в тюрьму, уебаны конченые, блядь. Я уже заебался, мне менты звонят, блядь. И я стою, блядь, глазами хлопаю, как дурак, блядь. Что мне им сказать, блядь? Дурачье, блядь. Нахуй. Пустили пожить, поживите нормально. Нахуй это чужое трогать, вообще. Да, Марячок, прими меры, пожалуйста, я тебя прошу, срочно, давай.